Ты по-русски, пожалуйста. Бейби деген сөз, ол бейбітшілік деген сөз, бейбітшілік. Шыңғысханның шынаты. Шыңғысхан не ты, да, точно. Шыңғысхан мой сын. Эй, Шыңғысханның шынаты бейбіт болған. Бейби имидж. Шыңғысхана? А что ты, я не понимаю, о чем ты говоришь. Что ты куришь? Я тренировал Шыңғысхана. Ты будешь с ним пицца, бейби? Я готов биться с кем угодно. Чингисхан — это человек великий, который сделал многое и построил многое. Поэтому не надо здесь упоминать, тем более из твоих уст, его имя, пожалуйста. Мне неприятно, что ты говоришь, потому что мне люди сказали, то, что ты неприятный человек. Ты неприятные вещи говоришь, ты говоришь какую-то херню. Я не приветствую это. Ты хочешь, что я сделал тебе приятно, бейби? Я хочу... Ты, поверь мне, ты мне не сможешь сделать ничего. Я тебя в тузе грелку могу скрутить прямо сейчас. Но я, так как человек сильнее, этого делать не буду. Но я готов поставить весь свой гонорар и провести свой бесплатный, и пожертвовать их детям Казахстана, если я тебя не сделаю в первом раунде за 3 минуты. Но поверь мне, бэйби, малыш мой, детский сад, поверь мне, 3 минуты мне хватит, чтобы тебя просто скрутить, как тузик грелку. Бараний рог, если говорить по-русски, понял меня? Чингисхан, не Чингисхан, не позорь это имя, не говори это вслух. Ты не достоин этого, все. Кто такой Тузик, я не понял. Тузик, Тузик. Кто это, бейби? Тузик — это в тебе грелка, запомни это. Все нормально. Какая грелка, ты что, бейби? Аптека, что ли, ходишь? Ходящая аптека, да. Зачем это? Давай сейчас, давай поговорим. Давай сейчас, вот сейчас. Я без перчаток могу, прямо сейчас. Прямо сейчас, давай. Готов? Ты можешь только говорить. Ты можешь только говорить. Бей, не называй меня так. Еще раз ты так меня назовешь. Еще раз так меня назовешь, я тебя называю по имени, хан. Это не несмотря тебе, на то, что... это не тебе обращение. А кому это обращение? Бейби, это значит свобода и любовь. Я говорю... не знаю, что ты там куришь, где у тебя свобода и любовь. Бейби, это малыш по-английски, я не знаю. Учи английский язык, брат. Любовь и давайте мир. Давайте мне с Амстердама, да. И любовь и мир, и нет войны, бейби. Джексон, ты... Face to face. Бэйби. Ты знаешь, знаешь мне, что интересно? Ты знаешь, что я сильнее тебя? Ты знаешь, что я могу тебя сделать в первом раунде? Ты это все знаешь. Но при этом ты говоришь какие-то опошлительные слова. Это очень с твоей стороны некрасиво. При этом я, как человек сильный, я сохраняю субординацию. Я не нарушаю, я на тебя не нападаю. И называю тебя по имени. Ты мне говоришь, что ты бэйби, что я бэйби. Я не бэйби. Меня зовут Артем Тарасов. Я легенда поп ММА. Добро пожаловать в мой мир, в котором ты находишься. Тебя зовут Хан. Я тебя называю хан, несмотря на то, что мне сказали, что тебя очень не любят все казахи. Здесь вывели весь зал для того, чтобы ты подрался. Тебя охраняют как какого-то президента, но ты не президент. Ты бэйби Руха, а я отец этого дела. До свидания. Будешь готов подраться?